Друзья, в продаже у нас появилась Suzuki Ignis 2016 года. Автомобиль гибридный, с двигателем объемом 1,2 литра, 91 лошадиная сила. На вариаторе, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС. Автомобиль в отличном состоянии, как технически, так и косметически. Имеются противотуманные фары, красивые литые диски, повторители на зеркалах. Камера заднего вида, бесключевой доступ, 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, система старт-стоп, мультируль, большая сенсорная мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев водительского кресла. Автомобиль в отличнейшем состоянии. Отличное состояние автомобиля. Оригинал ПТС. Хорошая комплектация.